Здравствуйте, дорогие подписчики канала Шаргея, мы с вами снова Ренуса. Сегодня мы с вами рассмотрим, как в игре «Не голодать» выследить коала-слона, убить его, а после изготовить на зиму жилет. Для этого нам нужно найти непонятную кучку грязи. Да что там греха таить, кучу навоза. А может не надо? Разрыв ее, мы найдем тот самый след мамонта. По направлению пальцев мы поймем, куда он двигался. Итак, бегая от кучки до кучки, мы найдем нашего коала-слона. Наткнуться в игре на него невозможно, поэтому нам именно нужно его выследить, разрывая вот таким образом кучки. Как вы видите, за мной двигается небольшая птичка. Как я обзавелся таким питомцем, можете посмотреть из предыдущего моего видео. Я назвал эту птичку Кинг-Конг. А ты его еще бы мухомором обозвал. Ну, жизнь ее, наверное, все-таки будет не длинная. Так как я не хочу с ним нянчиться, я просто пущусь на самотек. Погибнет, нет, так я буду рад за него. Выслеживание мамонта, в принципе, процесс не утомительный. Всего-то надо найти 10 следов. Но если где-то мы пропустим одну из кучек, то все, мамонта мы не найдем. Поэтому нужно быть внимательным. Мне повезло, так как следы находятся на видном месте. Вот если бы это было в лесу, то было бы совсем другое дело. Также, чтобы атаковать мамонта, нам нужен бумеранг. В принципе, можно и загонять его копьем, но это будет утомительный процесс. Вот и наш дикий зверь. Сейчас я его кольну, видите, он убежал, а я его кольнуть копьем не смог. Поэтому я подготовился к охоте и изготовил себе бумеранг. Не факт, что я его сейчас поймаю. Да нет, в принципе, поймал. Лбом только. Ну, на мне одет шлем. А нет, все-таки мой Кинг-Конг пал в бою. Я за него, конечно, отомстил. И вспомню о своем питомце вечерком, когда съем его вкусное мясо. Так, хобот у нас уже есть, и в принципе я могу изготовить жилет. Но у меня нету паутинок. Поэтому сейчас я вам покажу в лагере, что нужно для жилета. Вот, дутый жилет, хобот, 8 паутинок и шерсть. Или просто жилет, 8 паутинок и хобот. И все понятно. Теперь направляемся к логову пауков. Логово пауков я обнаружил, снимаю рюкзак, одеваю доспехи и отправляюсь на очередную битву. Я парень упертый, попробую поймать бумеранг опять. Слушай, может копьем давай? Как вы видите, опять у меня это не вышло. Последняя попытка. Нет, твой шлем и цветков вообще не спасает. Ух ты. Вот так вот бывает. Какие коварные животные. Сейчас главное вождя их зашинковать нам. А с этими уже будет справиться не так тяжело. 8 паутинок, 2 уже есть.
К бумерангу я, наверное, уже подходить не буду. Вот я так сильно разъярен, что съел мясо ядовитого паука. Такое бывает. Состояние аффекта. Теперь отправляемся в лагерь. Подбежав к алхимической машине, загорелась лампочка на одежде. Значит, можно изготавливать наш долгожданный жилет. Все, жилет готов. Сейчас я его померю, посмотрю, как сидит. Сидит он хорошо, как влитой. Все, можно его убирать в сундук, чтоб моль не съела. Всем, кому видео показалось полезным, ставьте лайки. Всем удачи, пока. Пока-пока.